поговорим о системной службе обновления операционной системы Windows, о том, как она влияет на работу компьютера, на его нагрузку и почему ее следует отключать, особенно это касается слабых ПК, ну и средних ПК. Если мы откроем диспетчер задач, то мы с вами увидим, что процессор центральный наш нагружен на 68%. Из них практически 30%, бывает и больше, нагружает узел службы локальная система, а также занимает немало оперативной памяти. Если мы откроем и посмотрим подробнее, то здесь увидим центр обновления Windows. Хочу сделать отсюда вывод, что центр обновления очень сильно нагружает систему. И слабые компьютеры, естественно, начинают тормозить, если хотите глючить. Играя в игры, вы замечаете, что у вас сильно проседает FPS. Еще раз повторюсь, что это минимальная нагрузка на данный момент данной службы. Она нагружает еще сильнее, особенно в момент проверки обновления. А это происходит примерно раз в полчаса. Итак, значит, отключаем нашу службу, дабы освободить память системы. Итак, включение службы обновления Windows на примере операционной системы Windows 7. Для отключения нажимаем «Пуск», «Панель управления». Если у вас иное отображение списка, в «Просмотре» выбираем крупные значки. Далее находим центр обновления Windows. В левой колоночке ищем настройки параметров. Важные обновления. Выбираем последний пункт. Не проверять наличие обновлений. Не рекомендуется. Выбираем. Если здесь стоят у вас какие-либо галочки, убираем их и нажимаем ОК. Таким образом осуществляется отключение службы обновления Windows 7. Итак, отключаем нашу службу обновления. Для этого на панели задач правой кнопкой мыши щелкаем, открываем диспетчер задач, находим узел службы локальная система, центр обновления Windows правой кнопкой мыши и открыть службы. Листаем в самый низ. Находим центр обновления Windows. Жмем на нем правой кнопкой мыши. Свойства. Тип запуска меняем на отключена. Применяем. И останавливаем службу. Дожидаемся окончания установки и перезагружаем компьютер. Итак, перезагрузили компьютер. Проверяем, отключилась ли служба обновления Windows. Диспетчер задач. Смотрим. Теперь нагрузка на центральный процессор у локальной системы всего 1%. 1%. На 25% нагрузка снизилась. Представляете себе? Так. Центр обновления мы здесь не наблюдаем. Находим панель управления.
Это легко сделать через проводник. Просмотр делаем крупными значками. Находим администратирование, службы. И видим, что центр обновления Windows отключен и не выполняется. Все. Таким образом снижается и высвобождается огромное пространство для работы центрального процессора без службы обновления Windows. Еще раз повторюсь, цель отключения была такова, чтобы высвободить свободную память центрального процессора на слабых и средних компьютерах. В операционных системах Windows 7 и Windows 8 это делается намного проще, так как имеется отдельный пункт «Центр управления Windows» в панели управления. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Помогите развитию канала вашим вниманием, и мы снимем больше полезных видео. Всего доброго. With you.